сегодняшнем видео мы будем готовить вкуснейшие, сочные, ароматные шампиньоны с зеленью в лаваше. Все это дело будем делать на костре. Что нам для этого нужно? Нам нужно развести костер. Костер должен быть хороший, потому что углей нам нужно будет много. Ждем, пока костер догорает. Вот еще немножко остается у нас времени. За это время мы можем помыть помидорку, зелень. Все приготовить. Далее берем помидор, режем его на дольки, можно на слайсы, кому как нравится. Все это дело аккуратненько нарезаем. Готовим мы возле песка, так что делаем все аккуратно, чтобы ничего в песок не упало. Вот так вот все аппетитно это выглядит. Пока это только один ингредиент нашего блюда. Далее мы нарезаем зелень. У нас укроп. Можно добавлять петрушечки. Но главное, чтобы был укроп. Потому что укроп дает очень ароматный вкус. Грибочки у нас. Тоже грибочки-шампиньоны. Жареные они на костре. Если кто-то не знает, как жарить, то смотрите мое другое видео. У нас есть там, где мы жарим шампиньоны, маринуем, жарим. Жарятся они очень быстро. Они очень сочные. Дальше мы берем майонез. Не сильно много. Лаваш. Помидорку туда ложим. Грибочки наши ложим. Берем зелень нашу порезанную и выкладываем туда еще зелень. Все это дело мы в лаваше заворачиваем в такой вот рулетик. На вид это похоже на шаурму, но у нас они будут поменьше, чем шаурма. В принципе, можно любым, конечно, размером делать. Все будет все равно очень вкусно. Главное сочно, потому что там помидорчик у нас, майонез. Все это дело у нас лаваш изнутри пропитает. Выкладываем все это на нашу сетку над углями. Или как в моем случае, просто на шампура выкладываем. Жар идет. Лаваш румянится. Все очень аппетитно выглядит. Это уже все хочется съесть. Вы просто, камера не передает запах, который исходит оттуда. Очень вкусно. Переворачиваем их потом. И вот так вот у нас все получается. Жарится это дело очень быстро все. Потому что у нас по сути все готово. Главное, чтобы лаваш запекся, стал хрустящим, ну и немножко пропитался изнутри. Всем приятного аппетита, пробуйте, не бойтесь, все у вас получится. Всем спасибо за внимание, всем до свидания, смотрите наши другие видео, там очень много полезных и вкусных рецептов.